Жрешь сидишь? Да вот. Читай. Опять? Да, вот с утра пришли в редакцию. Несмотря на то, что наша передача выходит относительно недавно, за этот короткий промежуток времени в нашу редакцию пришло просто огромнейшее количество писем со всего света. Они с различными просьбами, предложениями, пожеланиями, да и просто с добрыми словами, и мы этому очень рады. Если вы успели заметить, мы стараемся ответить на все комментарии, ничего не оставить без внимания. Так что смело присылайте ваши письма, и мы с большой радостью на них ответим. Да, а сегодня мы хотим выбрать несколько абсолютно случайных писем и постараться максимально помочь нашим зрителям. Так, ну, вот, вроде со стразиками интересное что-то. Тамара, 8 лет, город Благовещенск. Привет, Тамара. Здравствуйте, дорогой канал Мозон. Мы с моими друзьями часто любим собираться в шумной компании, выпивать, молодцы, и смотреть ваши ролики. Подскажите, пожалуйста, правда ли, что ни одна баба на земле не умеет играть на гитаре? Конечно, правда. Как ты определил? По-моему, это очевидно. Они вообще мало на что способны. Слушай, мы пообещали, что попытаемся нашим зрителям помочь. Надо проверять. Давай только быстро. Кристина! Я сейчас бегу! Что случилось? Слушай, а можешь на гитаре сыграть? Давай. Вообще не умеют. Тамара, правда. Давай. Опять день. Кидай в кучу. Давай следующее. Письмо. Так. Зелимхан пишет. О. Здравствуйте, ребята. Все в школе надо мной смеются, потому что я считаю, что соло гитара и ритм гитара кардинально отличаются друг от друга. Помогите. А как вообще можно сравнивать соло гитару и ритм гитару? Это две абсолютно разные вещи. Это все равно, что сравнить, ну я не знаю, барабанщика Нирваны и вокалиста Foo Fighters. Да, а если вдруг решите играть на ритм гитаре соляки, то получится вот это. Внимательнее. Давай последний на сегодня. Давай, я тут как раз присмотрел со слоном. Так. Пишет нам некто Игнат Цукерберг. Интересно. Привет, ребят. Здорово. Все отлично. Хорошее шоу, смешно. Единственное, что, ребят, монтаж у вас просто отвратительный. Сделайте что-нибудь с этим, и я на вас подпишусь. Ну, по-моему, ради этого стоит постараться. Да. Давай на счет три. Раз, два, три. Офигеть! Смотри, как я могу! Офигительно, блин! Мы в парке Юрского периода! Смотри, чувак! Динозавр! Тихо! Не спугни его! Ну теперь Цукерман точно на нас полезется! Да нафиг нам этот Цукерман! Давай здесь останемся! Нафиг это реальность, чувак! Давай! А как закончим шоу? Расслабься, я все продумал! Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, что это видео вам понравилось, так что присылайте ваши письма.
знаю, пишите комментарии, и мы на них обязательно ответим. Делайте репосты, ставьте лайки и рассказывайте.